Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на наушники от компании Odyssey. Это модель LCD-1, это магнипланарные наушники, при этом компактные, легкие и, на мой взгляд, фактически чудо за свои деньги. Компания Odyssey – это однозначно один из лидеров по производству наушников. У них богатый выбор, но самое главное, что там есть фактически эталонные наушники, которые называются LCD-2 Classic. Мы на них с вами смотрели совсем недавно. Ссылку на обзор я оставлю в описании, сможете ознакомиться. Эти ребята находятся в Калифорнии и фактически переворачивают индустрию в плане того, что они используют одни из немногих именно магнипланарную технологию, а не классический драйвер, который мы привыкли видеть в наушниках. А это, в свою очередь, позволяет нам получить совершенно невероятный звук и при этом его не просто уместить в наушниках, да, а именно получить объемное звучание. И по ощущениям это сравнимо с тем, что вы находитесь, например, в концертном зале. Хотя, честно говоря, для меня лично они звучат немного иначе. По ощущениям, как будто ты находишься в студии звукозаписи, а какие-то музыканты, ребята играют прямо перед тобой. И вот это на самом деле абсолютно непередаваемое ощущение с точки зрения звучания. Это легкие, достаточно компактные, то есть они действительно небольшие наушники, которые вы можете взять с собой. В комплекте даже идет кейс, который как бы намекает: убери наушники в кейс и окей, пошли куда ты захочешь. Сами наушники легко работают как со смартфонами, так и с компьютером, не знаю, с ЦАПом. Кстати говоря, такой мы тоже будем использовать. Чуть позже расскажу, какой именно, для того, чтобы вы понимали, на чем конкретно тестировались данные наушники. И сразу могу сказать, что с тем же телефоном звучат они вполне себе круто. То есть ты, конечно, получаешь меньше удовольствия и меньше возможностей в плане звука по сравнению с полноценным ЦАП, но однако здесь ты все равно можешь ими пользоваться на ходу. На голове они сидят очень-очень неплохо, то есть ты вот усадил и однозначно фактически под каждую голову сможешь подобрать и дужку, и размер, и так далее. Причем уши в них не потеют. Я специально сидел, в них монтировал видео. Причем я это делал на протяжении почти 5 часов кряду. И вы знаете, никакого дискомфорта. Это удивительно приятные наушники, которые хорошо сидят на голове. Они закрывают ухо, но при этом все-таки достаточно компактные. Да, здесь нет каких-то супер-мега навороченных технологий. Здесь нет Bluetooth. Здесь нет возможности сенсорного управления или чего-то в этом духе. Но данным наушникам это и не нужно. Вы подключаете каждому наушнику по кабелю. Далее вы подключаете сам. Причем не нужно, кстати, выбирать левый, правый. Наушники понимают сами, какой левый, какой правый. И, соответственно, подключаете к источнику звука. Я упомянул ЦАП. Какой мы будем использовать? Вот такой. Это Sheet Hell. И это вполне себе игровой ЦАП, который позволяет раскачать данные наушники по полной программе. У нее есть множество интересных особенностей. Ну, а если вам интересно, то пишите об этом в комментариях. Я на него оставлю характеристики, вы с ними ознакомитесь. И если вот прям много комментариев будет, тогда мы сделаем отдельное видео по данному ЦАПу. А так я не буду углубляться, скажу, что это очень крутой девайс, который позволяет действительно выжать максимум из LCD-1. Ну, а у вас есть понимание, на чем конкретно я тестировал наушники и какой ЦАП использовал. Внешне Odyssey LCD-1 — это наушники, которые... Ну, просто превосходно выглядят, при этом имеют достаточно минималистичный дизайн, но хорошо узнаваемый. Это решеточка по бокам, которую мы привыкли видеть в продуктах Odyssey. Та же самая, там, не знаю, LCD-2, LCD-2 Classic. Это вот то, что мы с вами уже наблюдали. При этом здесь у нас получился действительно компактный корпус. Они не широкие, они достаточно легкие. При этом у нас используется настоящая кожа, у нас используется пластик и используется металл в дужке. При этом, если мы хотим подключить наушники, как я и сказал, у нас используется два штекера в каждый из наушников, то есть в левый и в правый. Ну а далее вам выбирать ничего не нужно, наушники сами определяют, какой канал левый, какой правый. Ну а просто подключаем 3,5, либо полноценный джек в ЦАП, ну, например, можно, не знаю, в смартфон, в компьютер. Тут уже выбираете исключительно вы сами. С точки зрения звучания, удивительное дело, это наушники, которые тебе абсолютно не хочется снимать. То есть ты их одел и можешь с ними ходить очень и очень долго. В городе с ними, конечно же, тоже можно перемещаться. Да, они будут проводными, но при этом вы получите шикарнейшее абсолютно звучание. Из-за того, что это именно магнипланарная технология, присутствует даже не эффект шумодава, а просто такой вот эффект вакуума. То есть вас погружает
попадает в звуковую сцену, да, вы немного слышите, что происходит вокруг, то есть отсечение 100% не происходит, но при всем при этом сосредоточение вашего внимания будет именно на музыке. Если вы будете выбирать себе наушники, и вдруг вы увидите Audi LCD 1, однозначно пойдите где-нибудь и послушайте. Поверьте, другие наушники для вас фактически существовать больше не будут. И получается, что это профессиональные наушники за очень доступную цену от супер-мега именитого производителя компании Odyssey и при всем при этом не имеющие фактически никаких изъянов. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите ваши вопросы в комментариях, я все читаю, на все отвечаю. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, подписываться на канал, здесь красная кнопочка, она обязательно должна стать серой, нажимаем на колокольчик два раза и не прощаюсь. Совсем скоро увидимся.